машина. Машина из Узбекистана. Может быть, наши товарищи из Узбекистана пустили крота. Нет, я с узбеками давно работаю. Они очень тщательно подходят к отбору кадров. Ну, тонна героина, Леня. Пилевку кушать будешь? Если надо, то можно? Так, что ты делаешь? Я селфи с пловом и с генералами. Пожалуйста. Улыбаемся. Какие мысли? Берем их со всеми почестями.